это еще почему? А потому что с утра женщина. Обычно еще не совсем женщина. С утра седан бледны, с утра мощен видны. В свете электрическом прилюне вы мало же двойны. С утра у вас магазин, с утра вам нет мужчин. Но это беспокойный день идет, вас развлечение ждет. Припоминаю, все дамы кажутся мне милым вполне. Милый вполне, он может спорить с нами, что лишь при луне. Все вы милей вполне. Издавать эту недурную вещичку. Даю вам слово, что издам
Я издам вас в первую очередь. Вот видишь, я не успел стать твоим эмиссаром, а ты уже делаешь карьеру. Господин Треволейна, как мы с вами и договаривались, позовите, пожалуйста, сюда дирижера Диффенбаха. Нет. А зачем вам нужен Диффенбах? Затем, чтобы сесть на балу, он исполнил ваш коронный шлягер. Вы что, правда хотите это сделать? Это сущий пусть. Господин Триоли передал мне, что вы срочно хотели меня видеть. О да, безотлагательно. А, друг мой, понимаете ли, в чем тут дело? Да, начинаю понимать. Да нет. Дело в том, что сегодня на балу ваш оркестр должен исполнить произведение «Мадемуазель Дейзи». Но это невозможно. Оркестр не может играть без нот. У меня ноты внизу в гардеробе. У меня партитура для всего оркестра. И потом все нужно как следует разучить. Да вы что, это очень просто играть. Это обычный фокстрот, тем более, что я сама буду дирижировать. Так, а вы подготовьте мне свой оркестр. Что там за мелодия хотя бы? Ужасающе, у девушки редко отсутствует талант. Понимаю, значит, она не должна дирижировать. Слава Аллаху, ни в коем случае. Но как все исправить, принимая во внимание ее жуткий характер? А что, если нам сделать? Гениально! Вот. Мои ноты! Так, давайте мне свой оркестр! Одну минуточку, секундочку! Что? Шампанского! Шампанского! На пороге вашей артистической жизни выпьем за ваш успех! За большую карьеру! За друзей, которые мне помогают! Ой-ой-ой, вы облили платье! Вот что значит волноваться перед выступлением! Это же роковое стечение обстоятельств! Но теперь-то вы не сможете выступать. Да. Я не смогу выступать? А ну-ка дайте-ка мне ваш оркестр! Ну, характер! Сделаем купюру. О-о-о! Но теперь-то вы точно не сможете выступать. Я не смогу. Я не смогу выступать! Простите. Да я смогу выступать, даже если облить меня шампанским. Знак! Готовы! Все пропало. Она будет дирижировать.